студія Громадського, новорічна студія. Євген Жуков, більш знаний за позивним «Маршал». Чекали ми вас дуже, дуже довго ці студії. Зазвичай спілкувалися ми з вами скайпом або телефоном. Ну от нарешті ви дійшли, так мовити, вживу. Добрий вечір. Наживо. Доброго вечора. Ще раз, я знаю, що це ваш перший прямий ефір, в принципі, на телебаченні. Да. Я вас з чим теж вітаю. Спасибо. Я сподіваюся, що у нас буде відверта з вами розмова. Бачите, у нас трошечки інша студія сьогодні. Я сподіваюся, що вона дозволить нам поговорити відверто про вас як особистість, про те, що нині відбувається в Україні. Нагадаю, що в нас є скайп «Громадське підкреслення ТВ». Можете долучатися в будь-який час до нашої розмови зі своїми коментарями або, можливо, із запитаннями. Будемо раді вас почути. Євгене, ну, знаєте, коли ми готувалися з редакторською групою, ми зазвичай думаємо, яке має бути перше питання до гостя, з чого почати, знаєте, ефір. І ми чомусь дуже сподівалися, що ви сьогодні прийдете в новій поліцейській формі і, знаєте, хотіли поставити вам запитання, чим відрізняється поліцейська форма, ну, знаєте, від військової. Але ви прийшли не в формі, тому це питання відходить на другий план. Але, в принципі, якщо говорити, то що змінилося відтоді, як ви з військового стали поліцейським? Ви хочете спросити, що змінилось, де іменно, в Києві, в стране, у мене в житті? Давайте з вашого життя почнемо. Просто от що у вас? Тому що всі вас пам'ятають легендарним кіборгом, так, який захищав Донецький аеропорт. Всі пам'ятають ваші звернення до людей, ваші екскурсії аеропортом, ваші включення. І потім ви на якийсь час зникаєте із розмов про війну, і потім ми дізнаємося, що ви вже в Києві і от прийняли таку пропозицію? Ну, это Донецкий аэропорт, это же, я говорю, очередная задача была. Было еще раньше, было жаркое лето, война, действительно полномасштабный прорыв. Потом уже аэропорт. Ну, по полиции поступило предложение, долго думал, где-то в течение месяца. А потом посоветовался со всеми своими боевыми братьями, все поддержали. Вперед, почему бы и нет. Ну, если у руководства молодые люди вообще со стороны, которые приходят, нормальные командиры, почему бы нет, можно работать. Але знаєте, ну так воно виглядає, що бойові командири, які би могли там піти в Генштаб, так, ми часто чули, що Генеральний штаб потребує оновлення, Генеральний штаб потребує нових облич, нових командирів. І більшість України бачила, в тому числі там вас, в Олександрі Фацевичі, який був командиром Світязі, який був в Іловайську, так, тобто він теж є бойовим офіцером. Але і Олександр Фацевич, і ви, Євген Жуков, нині не в Збройних силах України. Война достаточно много реализовала людей, подняла, так сказать, нормальных, адекватных парней, которые могут достигать каких-то высот и делать для государства максимум, для людей. Ну, к сожалению, у нас еще не все хорошо. Там где-то, как вы говорите, руководство. И потому людей просто туда не пускают, не берут, не хотят. Очень много достойных, умных парней, не только в вооруженных силах, у нас и в добровольческих батальонах, нормальных, порядочных и образованных людей, которые не только могут воевать, допустим, могут принимать какие-то решения, могут работать. Не хотят, наверное, я не знаю. Ну, от ви після ДАПу ви бачили своє майбутнє в Збройних силах України? І, можливо, яким ви бачили? Ну, конечно. А яким, ким ви хотіли стати, наприклад? Не, ну все ж постепенно йде. Був командиром взвода, замком роти, командир роти, заместитель командира батальйона. По логіці вещей командир батальйона, і далі можна було працювати. Але не стало. Тобто ви не бачили перспектив? Да, чому? Перспективи є везде. Головне нормально працювати, нормально займатися, віддаватися своїй роботі повністю. Ну, але ви все одно не залишилися там. Ну, як вам сказати? Я оттуда як не ушел там со стуком. У меня там все мои товарищи, каждый раз созваниваемся, каждый день почти, там где-то советуются. Командиры, офицеры, бойцы спокойно звонят мне на телефон, там спросить, там, командир, мне поступать в военное училище или не поступать? Ну, такие моменты, там где-то офицеры звонят, что-то спрашивают, интересуются. Все друзья, с кем хорошо дружил, с кем общались, там командовал кем,
как бы нормально все. Просто я же говорю, я сначала советовался со всеми. Да, да, нет, нет, а вдруг не получится. И, ну, на данном этапе все мое свободное время, я его не вижу, можно так сказать. Если на войне там беги в атаку, спи, планируй какие-то операции, и кушай и спи, вот, то здесь надо полностью отдаваться работе, развивать новую організацію, так сказати, я так це називаю. Ну, ви говорили про те, що дуже важко, можливо, новим обличчям так, пробитися в Генеральному штабі, так, знаєте, пролопати цю скалу. Так. А, чому? Тому що ті командири, які пройшли війну, вони мають свою особисту точку зору, за ними можуть піти, і їх намагаються усунути із Генерального штабу. Нет, очень просто и легко все. Есть командиры, их много, в разных частях, в разных подразделениях, которые могут вносить что-то новое, разрабатывать какие-то планы подготовки людей, обеспечение экипировки, даже разработать тот же простой сухпай, ну, сухой паёк, допустим. Ну, для бойцов. У нас в каждой уважающейся стране должна быть сильная армия. Для чего? Чтобы никто не посмотрел в ее сторону с какими-то там претензиями. Уже знаешь, что хочешь мира, готовься к войне, вот так сказать. А у нас дяди там с чинами не понимают это. Ну, вы заметили, до войны были одни, во время войны другие, и сейчас немножко идет спуск, они все же так и остаются. Некоторые офицеры, конечно, да, работают уже на должностях, а основной руководящий состав, сейчас я видел уже там некоторые подают в отставку, пишут рапорта. Ну, так это надо было делать раньше. У нас и майоры, и подполковники, есть и капитаны, которые толковые, которые могут делать, планировать. Весь ресурс, который выделяет государство, давать именно в подготовку войск, мотивация, даже какие-то информационные каналы должны быть. Вот если бы не было Фейсбука, вы знали, что война там идет? Ну... Ну, я журналіст, я, ну, звичайно, ви журналіст, ну, ви ж там не присутствуєте, що... где-то ваш там товариш поїхав куда-то і все остальное. А тут вся інформаційна сеть йде із інтернету. Якщо виключити, допустим, телевізор і не смотреть в інтернет, то всі живуть, як жили, нормально, где-то ціни піднялись і все. Люди себе ходять, как бы, а там кожен день, от збили там самоліт, в Сирии, да, русские. Все, самолет сбили, молодцы. И во время того, как все радуются, что сбили один самолет, у нас по 5, по 6 человек гибнет там. Но никому уже не интересно, потому что все уже привыкли. То, что, а, ну ладно, хорошо. А если бы сейчас был еще какой-то прорыв, то все бы были виноваты. Ну, вот, и все бы сразу обратили внимание на, опять на боевые действия. Так как, ну, знаете, всем хочется хлеба и зрелищ. Наблюдать, все там, все плохо, либо все хорошо. Ну, так. Ну, от ви коли там були, ми часто чули, що не все договорюється, що є певна цензура військова, яка доходить і в тому числі до журналістів. Ви відчували, що командування не все говорить так, як воно є насправді? Я не знаю. У нас було... Кому? Журналістам? Так, в тому числі. Ну, ви ж розумієте, що... Суспільство. Є. Давайте так, тому що журналісти це потім передають іншим. Ну, сейчас обществу доносят люди, которые находятся там, журналисты, это либо бойцы, через вот эти сети, интернет, Facebook, и какие-то видео снимают, где-то смотрят, где-то поздравляют. Где-то, если получается, снимают конкретные огневые столкновения, там, перестрелки, показывают людям, что реально творится. Это, ну, так вот идет у нас такой информационный поток, потому что у нас в основном эфир забит рекламами йогуртов и прокладок, вы же сами понимаете. У нас нету такого, у нас нету мотивационных роликов, чтобы... Я раз задал вопрос журналисту, говорю, почему вы не показываете, не делаете ролики про вооруженные силы Украины? Не вот этот, что там, ревняня на маму, вот это вначале было, там грустный такой солдатик. Ну, это на задачу журналистов робити мотивационные ролики. Ну, подождите, не задача журналистов. Мы живем в одной стране. Мы должны как-то мотивировать людей, чтобы... Хіба журналисты мають мотивувати людей, на вашу думку? Ну, допустим, смотрите. Ну, и вот у нас вот этот орган, который информационный, я не знаю... Министерство информационной политики? В вооруженных силах. Он, допустим, не так работает, как должно быть. Вот даже само сравнивать, я там разные рекламы смотрел, такие мотивационные ролики в разных странах снимают, там, где нет даже боевых действий, что все хотят просто идти служить уже в армию. Все. Ну, соответственно, чтобы делать эти ролики, надо еще и организовывать также подготовку
лічного составу, який буде приймати непосередньо участь у бойових діях. Але ж розумієте, що скільки б роликів мотиваційних не зробити, якщо безлад в армії, то все одно туди ніхто не піде. Ну, я б вам не сказав, що там бардак. Ну, а чому тоді, на вашу думку, не хочуть іти от зараз? Різні бригади бувають, різні. Це все залежить від командирів частей, від командирів рот, командирів батальйонів. Ну, відповідно, командирів, ну, взагалі, від командирів, які непосередньо знаходяться на тому чи іншому місці. Чому? Тому що, зрозуміло, у нас там немає, ну, плохого забезпечення на даному етапі. Вот, там было еще хуже. Вот. Но если командир сам самостоятельно не работает, не пытается что-то организовать, пробить, там, посмотреть, уследить, позаботиться о личном составе, то личный состав будет всегда страдать. Командир сел себе, выпил там 10 бутылок пива и уснул. Все. С утра проснулся, всех построил, поприседал там и все остальное. Так нельзя делать. Да подумать там о любых моментах. Может, у человека что-то случилось, он боится подойти. Там, и когда ты относишься к бойцу нормально, то люди, соответственно, выполняют задачи. Потому что есть разные люди, и человек говорит, я с ним пойду в атаку, а с ним не пойду, потому что я знаю. Ну, есть такие нюансы разные. И надо, если уже стоит задача, никто же как бы не отказывается от задачи. Хотя у нас есть такая ситуация, что вооруженные силы – это то же самое добровольное. Ты хочешь идти воевать – ты идешь. Ты не хочешь – ты не идешь, ты просто сидишь в части. И у нас нет системы наказания, чтобы наказать человека за то, что он не хочет выполнять задачи. Он просто сидит, все снимать там, ничего не платят. И, ну, как бы такие моменты. Это все законодательная база. Все запущено уже давно. Никто же не интересуется этим. Ну, дивіться, у вас тільки напрацювань є стільки, там, умовно кажучи, ідеї, ви там розумієте це все зсередини. Ви не замислювалися над тим, щоб, скажімо, піти в політику? Тому що дуже багато командирів так само йдуть в політику, думаючи, що вони зможуть так щось вирішити. Смотрите, я як руководитель работаю, і зараз тут работаю як руководитель. Руководитель що должен? Он должен організувати, контролювати, поощрять, наказувати і смотреть, щоб люди нормально, ну, работали, старатися, по крайней мере. И делать и для общества, и для своего личного состава. А ну, в политике что там? Тем более мы не в политике, мы работаем для, так сказать, блага общества. Ну, як ви думаєте, понятно, есть ошибки, но работаем. А як ви думаєте, чому тоді більшість командирів пішла в політику? Я не знаю командирів, які пішли в політику. Ну, я вам можу перерахувати. Не надо. Я, да, наблюдал, смотрел. У меня есть некоторые свои там вопросы, зачем. Я понимаю, есть конкретное подразделение, да, но не в политике, там, можно работать, да, а так, зачем сидеть там? Я был один раз там в Раде, посмотрел, ну, ничего интересного там нет. Понимаете, есть такой, ну, это как мое личное мнение, что мы... Если подаются какие-то законопроекты, что-то, все должны присутствовать и все должны обсуждать. Знаете, как в разведке, все мнения важны, а решение принимает командир. Вот надо сесть, обсудить эти моменты. А никто же там друг друга слушать не хочет. Там 10 человек собрались, у каждого свое мнение. Я не хочу, я не буду поносить труд, подраться. И никаких вопросов там не решается. А если какие-то этапы, там, я не знаю, наголосовать, там, половину в АТО уехала, волонтерскую помощь повезли, половину еще куда-то уехала, половину в отпуске, и получается сидят пару человек, и все. Ну, как бы так. И поэтому я не... Должна быть команда, коллектив какой-то. Но вам пропонували, можливо? Нет. Идти в политику? Потому что, ну, вы довольно популярная персона, в том числе и в Фейсбуке. Ну, популярность – это одно, понимаете? Я как Вы бы, все я давал информацию. Для чего? Тобто, ну, у вас я дуже просто давал информацию. Я писал, писал посты, снимал видео, давал информацию, потому что информацию я сам не получал. До того, как был даже этот аэропорт, для примера, вы приводите, я даже не знал, что там творится. Да, есть оперативная обстановка, мы читали, смотрели, но надо это понаблюдать. А потом, когда уже начали наши ребята сбрасывать, мы уже начали наблюдать конкретно, что это такое. Вот. Ну, как бы есть моменты. Никто же... Ну, вот так. Вы по поводу вот это говорите, ну и что? Ну и популярность. И дальше вот я сяду и буду сидеть там и придумывать непонятные какие-то законопроекты. У нас, допустим, как
Дорогая ложка к обеду. У нас конкретно по поступлению проблемы должны какие-то решаться вопросы. И у нас слишком много попридумано каких-то законодательных проектов, чтобы закрутить, завертеть, чтобы работать неудобно, чтобы получить какую-то справку, льготу. Там, инвалиду, допустим, надо каждый год подтверждать, что у него нет двух ног. Вот. Ну, или двух рук. Каждый год ему надо идти, делать справку. А вдруг у него руки выросли? Правильно? Ну, есть у нас такие моменты. Это очень, это было изначально делалось все, чтобы людям было неудобно жить. Ну, вот, и как бы... Ну, а вы разочаровались в Збройних силах Украины? Нет, замечательно все. Вооруженные силы Украины нормально а есть у нас. А вы все равно решили пойти? Ну, смотрите, я еще раньше говорил, что должны какие-то руководящие должности занимать молодые люди, перспективные, допустим. На данном этапе у меня очень много людей, которые вернулись после войны. Очень много людей работают, которые после Майдана. Mm-hmm. Да? Молодые люди перспективные, которые хотят что-то делать, делают. И мы как бы стараемся ставить их на руководящие должности, руководителями управлений в городах. Вот, что, вот патрульная полиция, мы ставим только людей, которые вышли из патруля, вышли с улицы. Был патрульным командиром роты, допустим, там комбатом, и он тогда вот начальник управления города. Ну. Наскільки важливий досвід, розуміння того, чим займається людина? Ну, наскільки там... поліція відрізняється від служби в Збройних силах? Ну, на вашому прикладі, скажімо. Ну, всім, звісно, відрізняється. Ну, є багато моментів. В вооружених силах, ну, там навіть сравнювати не треба. Смотрите, щоб ви піднімали для поняття, що таке патрульна поліція. Ви знаєте, що це таке? Поясніть. Ну, ви знаєте. Вот вы видите, просто машину ударили, машину, все, вот они, полиция, или что-то сняли. Это отдельно, знаете, как род войск, допустим, вот в Министерстве обороны есть, допустим, разные рода войск. У нас, вот, допустим, вот как патрульная полиция, это отдельная организация. Туда идет отдельный набор. Набором занимается объединенный штаб. Там и канадцы, и американцы, и наши специалисты, психологи. Mm-hmm. Вот. После этого идет обучение людей. После этого они уже выходят, обучение 3-4 месяца, конечно, это недостаточно, но так как мы... А чем занимается, Добро? Чем занимается патрульная полиция? Это тема патрульно-постовой службы и тема ГАИ. Получается, охрана общественного порядка. Mm-hmm. Вот. Если раньше, допустим, просто для сравнения, вот в город, когда приезжаешь, в любой, допустим, там нету патрульной полиции, да, ну, в принципе, никого и не видно никогда. Вот. А если уже выезжают экипажи, работают, то у них задача, у каждого есть свои квадраты, у каждого есть свой район, и разные экипажи работают в своих квадратах, у них время подлета, ну, в городе Киеве, немножко тяжеловато в связи с пробками иногда бывает. Но вообще время подлета после поступления вызова, там задания, то 6-7 минут. Ну, конкретно, что роблять? Это максимум. Смотрите, допустим, какое-то правонарушение. Не, понятно, это борьба, вот парковки там. Вот. Сразу отвечу на вопрос, стихийная торговля там задают. Это уже КМДА. Нет, давайте вот конкретно, то есть патрульная полиция, чем она занимается? Хорошо. Бо ми бачимо дуже багато позитивних відгуків, починаючи від того, як хтось котиків з дерев знімає, так? Закінчуючи там затриманням таксиста, який там нагрубив комусь, так? Його поклали на асфальт. Можеш сказати, чим от конкретно займається патрульна поліція? Тому що ну, є думки про те, що злочинності менше не стало. Нічим. Ну, є от така думка у вас? Ну, смотрите, злочинності менше не стало, це откуда такі мислі йдуть? Ну, я можу сказати, є навіть депутати, які такі говорять, навіть в ефірі говорили. Ой, це понятно. Всі, звісно, говорять, то, що у нас все плохо. Ну, треба ж якісь положительні моменти завжди замічати. Не все так, так плохо. Так скажіть. Ну, смотрите, допустим. Якісь показники є, на які ви орієнтуєтеся? Ну, ми на показателі не працюємо. Ну, от. У нас є, звісно, статистика. Ну, так, щоб я, допустим, сказав, ребята, ви сьогодні повинні от то-то, такого нету. Кожен на ну, по совісті повинен працювати. Виходить сотрудник, понятно, що є якісь негативні моменти серед негативні сотрудники, uh-huh. можна сказати. Uh-huh. От. Ну, так, зараз на даному етапі 6100 чоловік у нас уже. Окей, я зараз відповім на вас вопрос. Какое-то правонарушение, допустим, административное, да? Соответственно, поступает вызов,
дежурную часть. У патрульного экипажа есть планшет. Вот. На планшет смотрят, вообще есть у нас карта целая, и каждый патруль видно, где он находится. Последние сколько минут он ездил, где он был, все, полностью контроль за экипажами. Поступает вызов, смотрит этот, в этом квадрате этот патруль свободный, на него идет ему задание, они сразу же вылетают туда. Угу. Вот. И если это криминальное какое-то вот преступление, то они сразу же, у них задача оцепить район. Если по возможности поймать, допустим, ну, грабеж, да, по горячим следам грабителей, которые, допустим, сорвали цепочку у женщины, они сразу же отцепляют квадрат, подтягивают еще дополнительные экипажи, ищут, что вот, допустим, 5 минут он только побежал туда. Вот. И, соответственно, после этого они вызывают следственно-оперативную группу. А следственно-оперативная группа, это уже она подчиняется главка, это главному управлению Киева, допустим, ну, главному управлению УВД в областях, то приезжает следственно-оперативная группа и уже занимается вопросами, следственно-оперативными действиями. Допустим, если это криминальное какое-то правонарушение. Допустим, ДТП у нас идет. Вот ДТП просто ударили машину, да? Они просто приезжают, оформляют как административное правонарушение. Если у нас ДТП с потерпевшими, тогда они вызывают следственно-оперативную группу уже. Вот и все. Ну, поддержание общественного порядка, допустим. Вот эти маячки, что люди все жалуются всегда. Это один из факторов того, что лишний раз какой-то хулиган, допустим, который захотел вырвать сумку на стоянке у женщины, он увидел машину, ну, и он начинает... Хулиганів цих менше стало? Просто це все, да, воно, да, дуже, конечно, дуже красиво все це виглядає. Каждый день. Ну, красиво виглядає где? І звучить дуже красиво. Ну, да. Ви кажете, там, проблискові ці маячки. Вот, там, смотрите, дійсно, їх часто їх їздять. Вам... Красива форма. Вічливі хлопці і дівчата. Але хочеться, от, знаєте, по смотрите, суті. По суті. Каждый день, каждые сутки, так сказать, у нас по 3, 4, 5, 6 сотрудников травмированы. Очень много есть каких-то вот этих бандитских разборок. Есть много грабителей. Хорошая идет у них, за счет своей оперативности, у них идет хорошая, так сказать, раскрываемость. Почему? Потому что если только поступает вызов, сразу они прилетают и сразу же на горячем, допустим, там у них... принимает человека, который где-то какой-то совершил правонарушение. Вот, допустим, я сюда ехал, вот мне уже докладывают, что сломали сотруднику руку. Вот. Вчера у нас был тоже там резонанс серьезный. Там люди с автоматическим оружием забрали у человека определенную сумму денег в долларах, угу, достаточно большую. Пошла ориентировка, и сразу же экипаж включился в работу, он только передал по своим всем соседним экипажам, что преследует машину, и было довольно-таки серьезное там, ну, не так сказать перестрелка, но наши сотрудники были вынуждены применить огнестрельное оружие, дабы поймать этих бандитов. Спимал? Они убежали, почему? Потому что они, ну, смотрите, не все же так должно быть. Вот, если мы стреляем, то мы должны уже их поймать. Але хотіло, і со двора випрыгнули. Ні, там уже сразу же следственно-оперативна група, і вже по слідам работают уже следователи. Ну, але хоча б слідчо-оперативна група спіймала? Ще ні, поки. Ну, не просто ж так все. Ну, вот смотрите, все думают, что все просто. Вот сразу запустили, и все у нас должно быть хорошо. Есть очень много нюансов, моментов, и очень есть, скажем, негативные, позитивные моменты. Вы для себя вот особисто, добре, давайте на вас. Вы чем занимаетесь? Что вы для себя бачите в полиции? Ну, что в зоне вашей ответственности? Я как руководитель, я полностью занимаюсь. Я вообще-то, вы мне сказали, что я заступник. Я не заступник, я начальник департамента. Это так. Перепрошу. Вы просто не следите, я так понимаю. Понимали, что товарищ Фацевич, он зам главы национальной полиции. Вот. А я начальник департамента патрульной полиции. Ну, мои обязанности входят полностью в все руководство. За мной право печати, я как выступаю единственным юридическим лицом в организации. Потому что все остальные у меня структурные подразделения в городах. И полностью обеспечение личного состава полностью всем. На данном этапе это у нас идет
У нас довольно-таки хорошая команда, большая. Из молодых людей то же самое, я вам говорил, это адвокатура, юристы. Ну, вот, люди, которые изъявили желание. И сейчас у нас самая основная задача – это открыть. У нас еще 19 городов после Нового года. Так, первый из них 12 числа Дніпропетровськ. Ну, от ви як бойовий офіцер, що ви відчуваєте, коли от фактично ви зараз цілодобово там займаєтеся забезпеченням, займаєтеся підписом документів, кажете, що у вас печатка. Тобто ви людина, яка... Скільки ви пробули в Донецькому аеропорту? До Донецький аеропорт. Я був там 3 тижні, іменно в терміналах. І тобто в важких боях, і після того, то ви бойовий офіцер, людина, яка ну, має стратегічне мислення, яка могла би дуже багато допомогти і зробити саме в війні, умовно кажучи. Ви розумієте, як планувати операції. Ви зараз сидите і ну, фактично підписуєте документи. Нет, ну как фактично підписувати. Я же не должен вот ездить и патрулировать, допустим, да? Почему? Же если я буду ездить патрулировать, то через 5 дней у меня не будет ни топлива в машинах, там, ну, машины не будут чиниться, не будут разрабатываться какие-то моменты по поводу связанные, допустим, с подкорректировкой законодательных каких-то актов. Вот. Ну, очень много работа ведется, очень большая. Вот. Ну, нюанси вам рассказывать не буду. Ну, для вас це не є рутиною, я от до чого. Ні, какое? У мене времени нету покушать даже, допустим, там, позавтракать, либо пообедать, потому что очень много встреч, очень много там общественных организаций с нами занимаются, как бы люди хотят помогать, сотрудничать. Вот. Ну, на данном, ну, вообще, если смотреть, то очень хорошо развивается это все. У нас действия идут немножко впереди, чем информация. Ну, вот так. Євген, ну а як ви потрапили в поліцію? Хто вас вмовляв? Ви місяць думали? Мені предложили. Можете сказати, хто це? Вище руководство міністерства. Міністерство оборони? Чи міністерство внутрішніх справ? Міністерство внутрішніх справ. Да. Це був Арсен Аваков. Ну, вище руководство. Ну, хто ще може бути вище? Саме в міністерстві. Ну, поступило мені предложення, да. Ну, це ж не є таємницею. Розкажіть, як це все було? Тому що ми ж будуємо відкриту країну, відкриту поліцію. Ну, так поліція повністю відкрита. Так розкажіть про себе, як ви потрапили? Ну, позвонили, мені спросили, не хочеш? А хто позвонив? А? Хто позвонив? Помощники міністра, так можна сказати. Антон Геращенко? Ні. И не Зарян Шкиряк, и не... Ну, что вы. Вот, позвонили помощники Добрый. Министра и предложили мне, не хочешь? Я говорю, ну, я даже как бы, я был рад за товарища Фацевича, вот, что так получается, что нормальный человек стоит в руководстве. А что вам запропоновали? Перевестись в патрульную полицию. Як звучала пропозиція? Ну, для поначалу либо заместителем начальника департамента, либо начальником управления города Києва, ну, либо какой-то город другой. Вот. И я же говорю, начал думать, и потом уже принял решение. Чи це більше грошей вам запропонували? Ну что у вас вот идет все в деньгах? Я не понимаю. У людей всегда все идет. Что-то запропонували такое. Если честно, то тут времени нет. Ну, потому что людина, коли приймає певне рішення, вона зважує декілька факторів. Ну, есть у меня какие-то ценности в жизни, допустим. Так. Я хочу, чтобы у меня дети хорошо жили, там внуки у меня хорошо, люди хорошо здесь жили. Тут у нас хулиганов очень много разных, которые притворяются хорошими. Там, я не знаю, организаціями і все остальное. Я хочу ну, нормально как бы, страну розвивати. Ну, всі думають, от якщо прийшов, все ворує, там все остальное. Нет такого, как бы, я не общаюсь так, допустим, приїхав, тут уже со всеми починаєш как бы, там, знакомиться. Я себе, у мене є моя команда, молоді люди, которых треба підтримувати. У них должен нормально бути руководитель. Ну. Це ваша команда? Тобто це люди, яких ви привели? Що це... Нет. Ні? Це не військові? Я прийшов в колектив, і вже потім, як би, немножко мене так не хотіли приймати, потім вже, я так розумію, немножко подумали і прийняли. Не хотіли приймати? Ну, як би, я чек воєнний, всі подумали, прийшов солдафон, от, і, ну, я так думаю.
Але дуже багато військових нині йдуть в поліцію. От ви кажете, що пройшов солдафон. Тобто є певні якісь думки стосовно військових? Смотрите, у нас по-человечески все. Ну, я считаю, что руководители должны работать с людьми по-человечески. Ко мне можно, допустим, в департамент зайти. Я всегда говорю, что в любое время любой патрульный может зайти к начальнику департамента с каким-то вопросом, и мы будем с ним это обсуждать, разговаривать. Вот. Если сравнивать с другими какими-то организациями, что там прием сотрудников идет там, с 16 до 17 в субботу, допустим, такого у нас нет. У нас есть как бы отношения нормальные. Я со всеми общаюсь наравне. Не то, что там себя возвышать, а всех остальных вы там не... Вы плохие и все остальное. Скажите, ну вы проходили тесты? Конечно, я все проходил. Я приехал, вот, и сколько, 6 часов я тестов проходил. Но я приехал прям с Волновахи. Вот, проходил там несколько... Это на загальных умовах вы проходили тесты? Ну, как это... відбувалося, тому що це велике питання, бо всі потім вже почули, я що ви вже на посаді. Сіли два психолога. Так. Ми поговорили, потім я проходив тести на профпригодність, там, на IQ, там, мишлення, на вранье. Там, ну, как бы, поліграф? На... А? Поліграф маєте на увазі? Ні, не поліграф. А там що це тест? Какой-то канадський тест, он... Я не знаю, мне его не показывали, мне сказали положительно. Там, если ты, там очень много вопросов, там 500 чем-то вопросов, и в разных, в разноплановых они задаются, и потом, если ты обманываешь, то показывают, ну, что ты там, обманщик или не обманщик. И там мне сказали, что положительно, что я не обманываю. Ну, я как бы без всяких вот этих там... Виляне, я сел себе, все, ну, сдал тест, сдал, не сдал, ну, значит, не подходим. Ну, и потом уже позвонили мне через дня три, сказали, что все, тесты все прошел. Все, ну, это те самые тесты, что и все проходят, или для вас были какие-то окремые тесты? Ну, я, да, я думаю, что это те же самые, что и все проходят. Потому что там, ну, тривалый процесс тестирования. Ну, смотрите, я на набор не влияю никаким образом. Мы работаем с людьми, которые уже их подготовили, и они пришли. Людей набирает, я же говорю, объединенный штаб, вот, это иностранные коллеги, и наши профессионалы, и они их полностью готовят, Не, до того, что чьи выключения, чьи было выключение для вас? Выключение, ну, наверное, еще какой-то мне тест добавили поболее. Ну и начали тоже рассуждать, разговаривать там, вот вы после войны... Там, не знаю, дурак, може бути. Тобто так сприймають людей, які військові в поліції? Ну так у нас общество зараз так і всіх сприймає. Вот. Ви це відчуваєте? Як вам сказали, синдром атошника і все остальне. Ви це відчуваєте на собі? На себе ні. Я, ну, как бы, ну, у нас є такі моменти, ви ж розумієте, що у нас є процент людей, які болеють, є, які... переживают, а есть процент людей, которым все равно, и это самый большой процент, которым все равно. Добре, будем уже завершивать эту студию. На наступный рік, от, можешь сказать, три обещанки, которые от, там, я обещаю себе в 2016 рік сделать, например? Три ну, речі. Я не буду ничего обещать. Для себя. Для себя я там, загадаю желание. Ну, вот. Бажання, а по поводу обещаний... Ну, мы работаем открыто, и хочу обратиться к обществу, что мы работаем нормально, открыто, есть у нас ошибки, есть негативные моменты, есть люди, которые менее подготовлены. Вот. Ну, над этим идет работа, какие-то исправления этих ошибок, какие-то наказания, принимание каких-то, ну, принимание какие-то меры. Но вы должны поддерживать этих молодых людей, потому что эти молодые люди пришли с этого же общества, они такие же граждане, как и граждане, которые не полицейские. Вот. И это вы, люди должны понимать, что это не просто их перевели. Есть у нас там 20% у нас бывших сотрудников, а все остальные люди новые. Ну, и 5-6 месяцев только работает патрульная полиция, сейчас 7 городов только. Дальше будет лучше, я в этом уверен. И в следующем году будет развитие нормально. Главное, чтобы нам шли навстречу. И, кстати, Министерство внутренних дел идет навстречу полностью.
Вот. И плюс еще сейчас снова глава нацполиции, хотя она полностью болеет, переживает, волнуется, живет в кабинете и за всех парней, и за патрульную поліцію, і за реформу національної поліції. Дякую. Дякую вам за те, що прийшли в цей передноворічний ефір. Я бажаю вам, спасибо, що ви не розчарувалися. Це у вас був перший ефір на телебаченні. Ми так відкрили для вас ефіри. Ходіть частіше. Інформуйте суспільство про те, що відбувається. Ну, а ми повертаємося буквально за декілька хвилин. У цій студії будуть мої колеги-журналісти Сергій Щербина та Таня Даниленко. Будемо підбивати підсумки рік, що минає. Лишайтеся з громадським.